Привет всем! В поисках новых мест для Foil Tauina наш друг Дима Евсеев переоткрыл для нас Маврикий с легендарной Манавой. Маврикий – небольшой остров восточнее Мадагаскара, размером в 2 Киева и населением 1,3 миллиона человек. Наверное, не стоит углубляться в стандартные туристические данные, которые можно легко найти в Википедии, что это бывшая колония англичан и французов, символом острова является вымершая птица Додо и на острове три крупных кратера вулканов. Основой экономики острова – туризм и сахарный тростник. Must-have всех туристов является посещение фабрики моделей парусников, набережной столицы Сан-Паула, рыбалка на марлина, дайвинг и плавание с дельфинами, зиплайны и зоопарк. Раскрученные легенды Маврикия, что на горе Леморне прятались рабы, и рядом в океане достопримечательность – подводный водопад. Более подробно с туристическими достопримечательностями можно познакомиться в турблогах. Нам же больше интересно, как эволюционируют серфовые виды спорта. Действительно, мир с прошлого посещения Маврикия изменился, и 8 лет назад новым на острове считалось кайтсерфинг на твинтипе и на вейв-дирекшн-борде на волне. Помимо кайтспотов под направление ветра, Лембре, Риамбель, Голубая лагуна и так далее, культовым считается спот Леморне на юго-западе острова со знаменитой волной Манавой. Основным местом катания считается Леморне. Там есть большая зона флета для традиционного кайта с твинтипом и кайтфойла. И хотя глубины не хватает и часто ударяешься фойлом о подводные скалы, тем не менее ученики все здесь. Не успел кайтфойл войти в мейнстрим, а в тренд врывается уже вингфойл. Параллельно в мире развиваются споты с серф-тауином. Наличие обратного течения рипа рядом с волной Манавой делает возможность завоз катером на волны. Тауин позволяет увеличить количество успешных серф-стартов, особенно на волнах оверхед выше 2 метров. Но совсем инновационным стал вейв-райдинг на фойлах с тауин и заход на волны с вингфойлом. Здесь нас ожидало много сюрпризов и открытий. Рассмотрим их подробнее. Конечно, тауин-фойл возможен без ветра. Более того, именно в безветренную погоду, как любят серферы свеловую волну, не битую ветровой волной. На Манаве весьма некомфортно фойлить, когда ветровой чоп на свеле поднимается до 1 метра, что при высоте мачты фойла 85 см не всегда проглатывает чоп, а тем более фойл сбивает вибрационной волной. Поэтому фойл Тауин лучше в полное безветрие, со свелом в 1,5 метра. Но катер весьма недешевое удовольствие и стоит от 80 до 160 евро в час. Это с тренером. Кроме того, тауин на Манаве, в отличие от классического серфинга, завозили в океан достаточно далеко, место зарождения волны, что позволило фолить более 2 минут. В то время как серферы в среднем катаются по 20-30 секунд. Так, за 1 час на фоле удавалось оседлать до 14 волн со средним проездом от 1,5 до 2 минут. Это большой выигрыш по сравнению с серфингом, но особенность Манавы в том, что она короткая и часто состоит из трех волн, идущих под разными углами, что часто заставляло перепампливать с волны на волну. Это очень сильно отличается от свела Бали, где волна тянется на несколько километров, что позволяет карвить по траверсу достаточно долго. Нам с Олегом Половинко удалось вкатать Манаву в достаточно комфортных, безветренных условиях. Но в определенном смысле свободы от старта за катером и преимуществом обладает вингфойлинг, который зависит только от ветра и дает намного больше свободы. Ветер, конечно, дует не всегда, но зато бесплатно и позволяет самостоятельно заходить на свел, и в этом преуспел брусиловский Олег, первых из наших, распечатавший Манаву. Но чем выше волна и ближе к зоне обрушения, тем меньше нужно размер крыла. Так, до 2 метров свела удачно работают фойлы 1400-1780, но при маленьком весе райдера и более высокой волне фойлы уменьшаются до 1200 и даже 900. Но стоит помнить, что с уменьшением размера фойла пап на соседние волны становится невозможным. В то же время еще один недостаток для вингфойла – необходимы большие водоизмещающие доски, что ухудшает маневренность при спусках с волны.
а легкая, короткая доска Тауина дает больше потенциала для резких виражей. По итогу можно сказать, что все-таки для безветрия идеальным является фойл Тауин. При наличии ветра лучше, конечно, использовать вингфойл для захода на волну. Но большой ветер сильно портит свел, и кайфа прыгать с крылом на чопе нету. Поэтому под каждое погодное условие нужен свой комплект вингов, досок и крыльев, что, конечно, сильно утяжеляет багаж. Инновации всегда интересны своей непредсказуемостью. Но каждый из трендов занял свое место в системе получения кайфа, адреналина, эмоций, впечатлений и азарта в синергии с энергиями стихий. А пока ищем новые волны, новые споты для фойла и тауина. Впереди много всего неизведанного и интересного. На Маврикии наиболее стабильным и универсальным решением для тренировок в безветрие стал первый маврикийский вейкпарк, расположенный в 40 минутах езды от Леморне рядом со столицей Порт-Луи. Вот как ребята обустроились. Контейнер, сторидж для вейков, ресепшн. Аккуратненько все. Очень старательно. Озерцо. Ну и, конечно, стартовый плотик. Родители, переживающие за чемпионку будущего мира. Оператор. Две комфортные линейные канатки расположены на озерах в парке со всей необходимой инфраструктурой от приветливого Антона Ужегова. Она прям вообще очень такая кованая, ручной работы. Кроме этого, стоит заметить интересную деталь, что за последнее путешествие по миру мы не встречали настолько френдли и приветливых жителей, начиная от таксиста и заканчивая персоналом в гостинице. В разговоре со многими жителями Маврикия они обозначают, что хотят перетянуть туристов с соседних Сейшел, Мальдив, Таиланда и Бали. И мы уверены, что у них это получится. Мы сами почувствовали это сверхвнимание к туристическим инновациям. Не успели мы продемонстрировать руководству отеля использование дополненной реальности для развлечения туристов на базе квест-маршрутов платформы Frigion, как моментально уже использовали на местном фестивале. Представители турагентств и отелей на лету хватают инновации в туризме и имплементируют в среду для вовлечения и развлечения туристов. Особая благодарность Диме Евсееву за заботу и помощь во всех вопросах пребывания на Маврикии. Всем шака!